Ми вітаємо ефір нашої компанії «Продовжує спортивна Одещина». Програма про спорт та спортивне життя нашого Одеського регіону. Сьогодні будемо говорити в першій частині про триатлон, а в другій будемо говорити про бревети. Отже, я представляю наших учасників. Віталій Соболяк, старший тренер, керівник дитячої триатлонної ліги. Володимир Критіко, кандидат майстрів спорту. Анна Задойка та Олександра Заровна. Також дівчата, наші пантери, як ви їх вже називаєте. Да, також да, кандидат в майстрів спорту. Я нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі 638-638. Телефонуйте до нашої студії, ставте питання нашим гостям. Ну, перше питання до Віталія Костянтиновича. Вже скільки 4 місяці нового року. У вас було багато стартів. Розкажіть про останні ваші змагання. Ви, здається, повернулися з теплих морів і країн. Так, теплих країв. Де побували? Ну, после чемпионата Украины зимнего мы часть времени провели в Одессе при подготовке к основному началу сезона. И 6 марта практически основная команда сборной Одесской области и юношеская команда сборной Украины отправилась на сборы, учебно-тренировочный сбор на остров Кипр. То есть там... мы как островитяне там жили, и один месяц мы провели на сборах, очень продуктивно отработали, участвовали в Кубке Кипра. Практически вся старшая группа участвовала. Очень успешно выступили. Вова Критико выиграл первое место в U-19. И Александра Заровна была второй тоже в U-19. Это на Кубку Кипра? Да, так? Вы разом с киприотами там змагалися? Чи там были еще представники? Там были представители разных стран. То есть это традиционный Кубок Кипра, куда приезжают. Там находится несколько национальных сборных Белоруссии, России, Казахстана на сборах, и они участвуют также сам в этих соревнованиях. Причем уровень результатов у старших очень высокий, то есть там участвует практически вся сборная России, сборная Белоруссии и наши украинские спортсмены также самое, которые находятся на сборах. Дуже часто велосипедисты выезжают на Кипр, вы можете пояснить, чему и так выбирают этот остров, чем так привабливает велосипедистов до себя? Ну, тут только из-за того, что в какой-то период мы потеряли Крым и возможность тренироваться в зимний период у той части триатлонной программы, которую нужно готовить велосипедную, эта необходимость привела к тому, что мы уже второй год ездим на Кипр. И продуктивный сбор можно провести в тех странах, где позволяют уже в этот период времени объемные тренировки велосипедные проводить. В принципе, это одна из основных. Ну, умови для велосипедистів, там асфальт, дещо інше. Ну, скажем так, они выше среднего. Асфальт такой же, где-то местами, как и у нас. Так же само можно и в яму попасть, и в трещину залететь. Поэтому ничего особого там такого сверхъестественного нет. Ну, а, конечно, тобто, начебто, и наши дороги. Ну, получше. Получше, и, в принципе, водитель относится более... лояльно, більше з розумінням, і можна тренуватися. А таке питання, ви ж поїхали в березні, і була інша погода, там зміна клімату, наскільки вона впливає на спортсменів? Чи там те ж саме, як і у нас погода? Ні, там температурний режим намного теплее, він комфортний, він, діти, в принципі, дуже добре переносять і акліматизацію, тобто практично. Тяжело, конечно, после первых двух недель работы велосипеда немножко дается нагрузка, но потом мы где-то сбавляем, потом опять начинаем цикл добавлять нагрузки. И, в принципе, справились задачи по сбору на... хорошо. Еще хочу дізнатись про цей кубок U-19, вы так сказали, так? Да. Це, а наши же хлопцы и девчата, им сколько років? Ну, не маленькие, они... Александре его 12 лет, исполнилось тот день, когда она выступала. И с, разом с суперниками, какие там на 5-6 лет. Да, так вот, так получается. А чи так можно? И насколько это там, ну, небезпечно, я не знаю, там, чи насколько это рівний результат? Ну, результат, Саша была, весь сбор находилась в распоряжении команды, то есть она не пропустила, некоторые спортсмены подъехали позже на сбор. И смогла очень реализовать себя во время сбора, подойти, причем мы к этому, к старту, мы не подходили к нему как к ответственным соревнованиям, это был как промежуточный тренировочный старт, но ее кондиции на тот момент просто были выше, и она очень хорошо, в принципе, выступала. Ну, Саша, расскажи про цей сбір, чем он тебе запам'ятався, что тебе там... сподобалось наибольше? Мне больше всего понравились тренировки на вело, как мы поднимались в горки, спускались с них.
И также понравилось соревнование, как организация, так и как ехали на вело, бежали и плыли. А что самое в организации тебе наибольше сподобалось? Ну, как трасу сделали и вело, и бег, и плавание. Краєвиди, ты запам'ятала, де ти бігала, де ти їздила? Так. Угу. Якою була погода? Чи був дощ, чи був вітер, чи був, можливо, сніг? Да, був дощ. Ми навіть думали тренировку пропустити із-за цього дождя, але все нормально. Після цього пішло, дощ прекратився, і ми поїхали на плавання. А те, що ти брала участь разом з спортсменами, які тебе було там значно старші, так? Ю-19 – це доволі старші вже люди, там, юнаки, молодь, там, да? Як ти з ними змагалась? Наскільки було складно? Я привыкла уже змагатися з старшими спортсменами мене, тому що я і на українських соревнованиях, і за границей виступаю завжди за не свій год, а постарше чуть-чуть. Ну і як виступила? Ну, що тобі вдалося показати? Хороший результат. На всі 100 виклалась, чи можливо ще було там краще? Ну, я не знаю. Я думаю, процентів на 85-90, як задача була, пройти всю дистанцію в тренувальному варіанті. Ну, це ж тренування, так, змагання. А коли буде головний для тебе старт? Коли ти будеш викладатись на 120? Ну, коли виростуєш. Олімпійські ігри. Так, да, я в Олімпійські ігри походу. Там 120. Ну, трохи чекати треба до Олімпіади, до наших олімпійців. Розкажи, Володимире, як для тебе пройшов цей збір на Кіпрі? Як там виступив? Ну, для мене цей збір пройшов, як і в минулому Кіпрі, дуже продуктивно. Зразу було видно, що потягнув плавання в відкритій воді, потягнув велоподготовку, ну і біговий, і біг потягнув немножко, так як він хромав у мене. Да, от цей старт був як контрольна тренування. Но когда я увидел, что я из Ю-19 выпал, ну и в общем я выпал пятый, и проехал я тоже в лидерах, и уже стояла задача бороться за призы, то там уже не было думать 80%, 90%, там уже надо было выкладываться и бежать до конца, терпеть. Кубок чи змагання все одно немає, там, все одно треба викладатися, так? Так, да, старт, хоч і навіть сказали, що тренування, кожен старт можна віддаватися йому повністю, як будто це останній старт. Ти змагаєшся на якийсь час, гонишся, чи головне прийти якимось там в десятці, чи там в п'ятірці? Які тут вас... Ви знаєте, время на кожній трасі може бути різне, в зависимості від плавательного сегменту, велосипедного або бігового, так як траси завжди різні, є горні траси, є по рівнинці їхати. Так що тут задача вже стоїть не на время, а за місця. За місце, так. Особливо на європейських стартах треба попадати в топ-12, на Кубках Європи і в топ-20 на чемпіонатах, щоб отримати очки. Віталію Костянович, розкажіть тоді, як можна себе порівнювати, вдосконалювати, якщо постійно, ти не знаєш, такого одного там, часу, так? Він завжди може бути різним на різних дистанціях. Як тут можна себе вдосконалювати? Ні, ну для спеціалістів і тренерів качество результату, воно зрозуміло одразу. Тобто, мало того, це соизмеримо з суперниками, зі своїми основними, і соизмеримо тому результату, тим секундам, які показано. Тобто Володимир вийшов на цих соревнованиях, ну не тільки на соревнованиях, він за останні півгода вийшов немножко на другой качественный уровень. І мені дуже було приємно, що він где-то произошел, у нього вже такий момент, що ми не увидимо його вже где-то далеко. Він завжди вже буде боротися за призові місця і около призових. Потому что его плавание на открытой воде, которое он выпал за лидерами, опять же, российской сборной, там братья Полянские плыли, еще там сильные ребята, и он выпал пятый за ними с небольшим отставанием, то есть парень, которому там 16 лет. И задача не стояла там устоять, уехать, усидеть, просто он показал очень хороший, зрелый велосипед,
И в беге, наконец-то, я увидел Вову, что у него он может раскрыть свой потенциал. Про открытую воду, это же мается на увазе, это море, река. Ну, это не бассейн, скажем так, мы это называем. Как можно в Одессе тренироваться, вот, в зимовый час неможливо, в осенний тоже у нас очень холодно, как это можно... Ну, есть набор упражнений, которые дети делают в бассейнах, причем это желательно делать в бассейне 50-метровом. Которые, ну, создавать условия открытой воды. И вот там салон, она там... Нет, не про это, не про это говорится. Говорится про элементы моделирования, то, что будет на соревнованиях. Течия, конкуренция на... Контактное, то есть контактное плавание с соперниками, развороты без сальто, без толчков от бортика, положение головы, то есть сбивание друг друга с курса, то есть эти все элементы, которые можно отрабатывать и в закрытом помещении. Что нам расскажет Анна про эти сборы? Расскажи, будь ласка, как в тебе они завершились? Они у меня были неравномерными, потому что где-то были подъемы на вершину, а где-то были понижения с горы. Поэтому они у меня были по-разному. Где-то бывало тяжело, где-то легко. Где-то бывало то, что я просто терпеть не могла и хотела просто бросить разлон. Так, а тут, будь ласка, подокладніше, де можна було кинути триатлон, на якій ділянці? Ні, Аня у нас обычно шутит, вона то прибігає і говорить, я так люблю триатлон, і все, у нього сльози. В лобках. Только, да, нет, любит, это действительно, это со слезами, когда она выпала кандидата в мастера спорта, у нее бывает тогда, ну, действительно, на тренировках бывает очень сложно, бывают даже дети некоторые, мы следим за их состоянием, где-то там, когда сопровождаю я или с ним еду на велосипеде рядом, или сопровождаю сзади на машине. Когда детям действительно тяжело некоторым, затяжные горы, а там вырабатывается характер триатлониста и вообще спортсмена. И, конечно, когда ты в какой-то момент себе сдаешься перед нагрузкой, конечно, хочется сказать, все, больше не еду. Ну, это Аня про свои эмоции рассказывает, а так она боец. Ну, расскажи, звідки такие эмоции появились, в какой момент, там, возможно, я не знаю, там, какой завал побачила, чи там останнюю пішла, чи там втратила лидерство, чи вітер. Ну, в прошлом году я очень плохо выступила за весь год, и в этом году я очень хорошо набрала. Форму? Да. Спортивную? То, что ты змагалася с старшими, тебе это никак не смучивало? Нет. Не заважало тебе? Что помогает тебе в таких сложных ситуациях не кинуть триатлон, продолжить бороться? Отдохнуть. Ну, а если идет трасса, еще какие-то, подчас змагань? Просто о всем забыть, не обращать внимания и тренироваться дальше. Как ты відпочиваєш? Ты кажешь, что треба відпочити, чтобы продолжить. Это какой має бути відпочинок? Поспать днем. Спать. Да, кстати, вот она правильно сказала, потому что у нас... Здоровое солнце. У триатлонистов, это как я им говорю на сборах, это как есть аккумулятор, батарейка. Вот если вы не зарядились, то вам нечем тренироваться реально. А вот тот сон, который ночной на сборах, его недостаточно, нужен обеденный сон, потому что у них объемные тренировки по 2,5 часа только велосипедные, плюс там у нас элементы с плаванием, с транзитом в бассейн обратно на велосипед, то есть они всегда в движении, всегда в объемной работе. Если они в обед не поспали те 2 часа, ну так, такая специфика подготовки, то если ребенок тренируется, 2 объемные тренировки спаренные по видам, например, велобег или плавание с вело, то, конечно, он должен отдыхать. Поэтому сон, она понимает, сон – это ее спасение. Я хотел бы зупинитись на, буквально на хвилину, чтобы мы подивилися про ті тренування, які пережили наші спортсмени. Після цього продовжимо нашу розмову. Play.
Спортивна Одещина продовжує ефір. Сьогодні говоримо про триатлон. Ось у нас в студії сяє ось цей кубок. Ми про нього взагалі там забули. Розкажіть, що це за кубок? Ну, это кубок, который Володя заработал своим трудом, потом. Это первый его подиум на международном уровне. Он дорогого стоит, пускай это там старт полупрофессиональный, полулюбительский, но у спортсмена, когда наступают такие моменты приятные, он в следующий раз он пытается уже не опускать планку. Еще была мотивация взагалі-то. Ну, я думаю, продолжил. Что для него это большой стимул. И самое главное, я еще раз повторю, мне очень удовлетворяет качество его подготовки. Не само место или там секунды и качество. Это самое главное. Что это означает? Якість? Якість в триатлоне? Якість... Ну, качество это говорит о том, что... Это какие складові? Ну, это складовые всех трех видов, функциональные, которые дадут возможность ему на соревнованиях уже под эгидой международных европейских организаций и международных выступать, не просто быть статистом, а я уверен, что он выплывет в лидерах, я уверен, что он приедет в лидерах. А уже захочет ли бороться, а он уже захочет бороться, то он будет бороться за самые высокие места. Да, это будут десятые, может быть, места на Кубках Европы, но это будут рейтинговые места, которые уже может прослеживаются. Быть. Як на мене, це дуже високий результат. Ну, мы же хотим как можно выше, но мы реально смотрим на то, что мы можем. Поэтому задача в этом году на тех кубках, где он будет выступать Европы, то есть везде попадать в десятку, а там дальше вет. Потому что он опять будет соревноваться с детьми, которые, ну уже не детьми, а спортсменами, которые старше его на 2-3 года, получается там 97-й год, юниоры. То есть 97-98 это целая группа людей, которые старше. И вот он 99-го, он уже в этой попадает категории, но, скажем, опять год этот его еще... Фору дает. Фору пока он им дает, в последнем виде еще будет, наверное, отпускать их в беге, а уже через годик посмотрим. После сборов у вас был чемпионат Украины, так? Да. Расскажите, как он завершился, где он проходил? Мы залетели сразу с Кипра в Киев, там мы на свой триатлонный автобус пересели и поехали на Львов. Мы так, в принципе, рассчитывали наш маршрут. И где был чемпионат Украины по, опять же, там получается называется это как зимний триатлон. То есть это, опять же, плывем в бассейне, а велосипед и бег, мы уже как бы в связке работаем. Это был чемпионат Украины, очень, скажем, это был не отборный пока, но это был как смотр после зимнего периода всех спортсменов, особенно юниоров, юношей. Боюсь спитати, якщо ви в Кіпрі виграли там у доволі старших людей, що відбувалося на чемпіонаті України? Ну, детская триатлонная лига, так как у нас дети многие были тоже на Кипре, они, конечно, там практически шансов мало осталось. Ваши, это тому... имеется на виду, одесситы, так? Да, это я говорю про одесситов, уже помимо того, что это общее какое-то руководство Украинской триатлонной лиги, это команда наша по детям, естественно, во всех возрастах они были призерами, чемпионами и командой выиграли. Но мы уже планку детской триатлонной лиги, мы ее будем держать всегда, а уже нас больше волнует результат спортивный. И в спортивном результате ребята боролись опять же по юниорам, потому что зачет был по юниорам опять. То есть 97-й год и старше. Вова занял, ну, скажем так, мог побороться за призы, но занял 5-е место. Но уже с категории, как мы говорим, у нас девочки пантеры, а мальчиков у нас уже, мы уже определили пару в ягуары, поэтому он с этой категории, я думаю, уже не соскочит. Володимир Ягуарович, розкажіть про чемпіонат України, як там на 5-е місце ви боролися, що не вистачило до призів? Да, он интересно расскажет, потому что мы проговаривали все варианты, которые возникнут. И, конечно, вот тот вариант, я, сейчас он сам свои впечатления расскажет, именно что получилось в беге, конечно, ему все то, что произошло до бега, было как бы не в его пользу. Так, ну... Получается, это раздельный старт, как вы уже сказали, мы плыли в один день, а ехали и бежали в другой. Это, конечно, не тот старт, ну, это не триатлон, как я считаю, не полный, потому что ты сидишь целый день после заплыва и думаешь, какие тактики тебе делать, в отличие от того, когда уже идет полная гонка, ты решаешься на ходу. Получается, во второй день... Ну и втрачается динамика, смахать, да? Динамика, так. Да, получается, я выплыл, ну, как обычно, в лидерах. Договорники начинаются уже. Да, договорились с парнем работать. Что это означает? Там для наших глядачей, как так, договорились, ну, означает, это означает, одному ехать тяжело, а вот если мы будем работать и по очереди работать, так будет легче. Потому что сзади нас ждала группа, которая очень сильна в беге, там пару человек. Ну и как на велосипеде, они очень тоже сильные.
Мы договорились работать. Сначала было 4 круга. Выдерваться из основного. Да, да. Вот не отпустить наш отрыв, который мы сделали в плавании, еще и увеличить его, чтобы в беге спокойно вдвоем разбираться между собой. Ну, я вам расскажу, просто, Вова, перебью немножко, просто про специфику триатлона. В олимпийской программе сам триатлон, велосипед, он называется не просто там каким-то велосипедным, он технический очень вид переходной, и очень, если ты там ведешь себя неграмотно, то ты можешь вылететь или с первой группы, или наоборот, если очень грамотно в первую группу заехать. И на определенном этапе всегда соперники, которые находятся рядом на велосипедном сегменте, рядышком с тобой, они становятся твоими партнерами. Они не соперники, они в тот момент, когда вы едете велосипед, они твои, скажем, спортивные соратники, и друзья. И симбиоз на дайкий кто час, бы это, кто бы это ни был, да, коалиция. То есть это, почему Вова сказал, это в триатлоне в живом, ты не успеваешь понять, кто рядом. Вот кто оказался рядом, с тем и работаешь. Махнул, да, пошли, и пошли в группе крутить, в вертушки там. Один в одного надколосись. А тут уже, когда они день целый, они сидят, думают там где-то смс-ками, ну что, мы будем уезжать, не будем уезжать. А в группе, в любом случае, все понимают, кто велосипедом связан, что от группы очень тяжело отъезжать одному или двум, или одному сильному, одному слабому, это практически как один едет. Поэтому вот мы разрабатывали некоторые варианты, потому что он должен был или сам уезжать, вообще просто никого ждать, ну хотя бы сохранить ей 15 секунд преимущества и потом как бы их не растерять. А его получилось так, что в конце гонки все равно их догнали. Они сами напахались, а вот Вова наработался. И, конечно, с тяжелыми ногами в беге уже ему просто... Ну, уже там задача не стояла, потому что, в принципе, если уже отпускаешь как бы место призовое, то уже, в принципе, надо не выкладываться, занимать уже. Если ты бежишь пятым, просто пятым прибегать. Там уже, если от тебя убежали на 30 секунд, ну, будешь ты там 25 проиграешь. Ну, ну Володимир, расскажи, як це відбувалося на трасі. То ви домовились і поїхали. Поїхали. Спочатку все йшло отлично. Ви відірвалися вдвох, так? Ну, ми держали отрив, даже немножко отрывались. Потом парень подъезжает и говорит, я не могу работать, у меня техническая проблема там с велотуфлями. Ну и я понимаю, что вся наша работа уходит просто коту под хвост. Ну и уже пытался сам отъезжать, вроде как все получалось, но и потом чувствуется, работа одному тяжело ехать, и группа нас добрала буквально на последнем кругу. Ну и там уже мы перестали практически все работать на последнем кругу, доезжали все очень медленно в транзитную зону. Ну и на бегу, как Виталий Константинович сказал, если самому отработать, у тебя будут полностью ноги забиты. Ну и там старался держать тройку лидеров, бежали с ними километр, даже чуть больше. Ну, потом отпустил из-за тяжести в ногах. Який з цього висновок? Який урок з цього для тебе? Нікому не можна довіряти. Саму на себе надіятися і пахати. Це, ви казали, там 15 секунд гандікап, да, такий. А ну, скільки взагалі триває ось такий забіг, заїзд? Це були ці короткі. Вони, в принципі, 300 метрів пливуть, 8 кілометрів їдуть і 2 кілометри бігуть. Це зимні, це короткий, він такий укорочений триатлон, називається суперспринт. Там десь хвилина 15. Ну, велосипед, звичайно, у мальчика 12 минут було, там траса була сложная с поворотами, поэтому здесь тяжело было с группами ехать и догонять, в общем, сложно. Кто был вот именно на велосипеде очень сильно, они, конечно, должны были сами уезжать. Ну, минут 12-12,5 не ехали ребята старшие. Девочки на минуту похуже. А загально результат? Да. Это получалось, он где-то в районе мальчики 24 минуты, девочки 26 минут. Для меня цікаво, что там 20 хвилин змагання, да. И там борьба за секунды. Да, просто так получается, что особенно на велосипеде группа, если сильная, она может уехать на 20-30 секунд, даже на таком коротком промежутке. Олександра, Анна, у вас такие были проблемы на чемпионате? О, у них там вообще было сейчас. Там уже кто-то там? Да. Так, ласка. Там целая история. Получается, у нас ну, еще две девочки, которые сегодня не пришли, это Ярошевская Юля и Бабич Арина. У нас была поставлена задача сесть за одной сильной девочкой, чтобы она нас протащила, а потом... Протащила, но так это, что ты так говоришь, протащила. Допомогла. Выполнить задачу, умение усидеть за соперником, это так, называется протащила так по-простому, но это умение усидеть в группе за сильным соперником, не отпустить его. Угу. То есть она тащить никого не должна. Это ты хочешь усидеть за группой? Еще осталось?
Ну и получается, там неправильно поставлены были фишки, две фишки рядом, и судья возле первой фишки стоял, а надо было вот, вот эти две фишки, вторую фишку ехать. Ну это из-за неопыта, это девочки немножко тут начудили немножко сами. И получается, у нас произошла такая ситуация, что вот я ехала за вот этой девочкой, и сзади меня ехала Рина Бабич. Она, получается, когда мы повернули обратно, Рина въехала в мне колесо, да, и упала. На зустрич пойти. Да, и получается, у нас произошел отрыв от нее. Ну, а вот Машевская девочка, которая сильнее нас всех повела, она нас прошила и уехала от нас. Поэтому они начали бороться. У нас и так все, вы... Начали бороться уже не за третье, четвертое, пятое место. Я бы тоже им это рассказывал. У вас есть шанс или бороться за первое, второе, третье, если вы будете грамотно все делать, или сразу будете бороться за второе, третье, четвертое, пятое. Нет, за третье, четвертое, пятое, шестое. Ну, так где-то и получилось. Анна, як для тебе все склалося? А, я перший день проплыла. Ще гірше. Я молодець. Історії чую. Я просто проплыла із 32 23, і потім на следующий день я просто погнав 13 чоловік в велосипеді і 4 чоловіка в бігі, і оказалось 6. Вот так. Оце да, Яня попала якраз за счет команду, Арина якраз у нас из-за того, що за падіння немножко отошла. Яня вот опять же дала возможность девочкам-юниоркам на голову сильнее выступить всех юниоров. То есть они выиграли чемпионат командный тоже. Ну так. Що ж, я наостанок ще хочу запитати, наступні ваші старти, де за вами слідкувати, де ви будете їхати, плити, падати, літати, не знаю, розповідь. Ну, в этом году основной старт юношеской сборной, за которой, в принципе, все дети, у нас задача стоит, это национальный отбор и выступление на чемпионате Европы среди юношей, первый чемпионат Европы, который будет проходить 3-7 июля в Венгрии, Тисуварыш. Вот пять наших спортсменок, они реальные претенденты на поездку. То есть они борются, они с этой целью были на сборах. Поэтому это основные наши старты, к которым мы готовимся. Промежуточные отборочные, которые сейчас будут для попадания в национальную сборную уже полностью. Это вот первый этап будет вот сейчас, буквально через 10 дней мы уезжаем в Житомир. Потом будет второй этап, будет Днепропетровск. И третий этап будет в Черкасах. Это вот три этапа, где по отбору рейтингово відбирається національна зборна, перший і другий состав. А ще таке питання. У нас були великі змагання з цих останніх вихідні навколо Одеси Сотка. Чи ви взагалі приймаєте в них участь в таких змаганнях? Там була величезна кількість велосипедистів. Чи можна було там побачити ваших вихованців? Ми з удовольствием участвуємо в Сотки в цій. І якщо були б в Одесі, знаходились, обов'язково би з ребятами проїхали як тренувальну. Причем представляя свой клуб, представляя триатлон, проехали бы. Но основная масса была на соревнованиях, но наши представители триатлонного движения и команды Ваня Чаюн, Добыши, братья Бурлака Антон, они выступали, то есть триатлонисты присутствовали на этом мероприятии. И какими они финишировали? Ну, задача стояла, я так понял, у них доехать, потому что у нас Ваня Чаюн на прошлой сотке получил травму. И слава богу, что он отошел, нашел себе мужество и доехать в этот раз до конца. Задача стояла психологически преодолеть эту сотку. И ребята очень с позитивом отписывались и скидывали на фотографии, как они дошли до сотки и все сделали как нужно. Опять же, они малыши, ну как малыши, 12, 13, 14 лет, дети самостоятельной группой, под присмотром уже не таким родителям, как и, они их как квочка уже не держат, понимая, что только где-то в некоторых вещах могут навредить. Ребятки доехали. Отписувалися, що пішли в баню після сотки, щасливі і довольні. Ну що ж, дякую вам. Я дуже радий за те, що у вас все відбувається, не знаю, згідно планам, що ви там перемагаєте, там, забираєте такі кубки. Так, ми стараємося, несмотря ні на що. Несмотря на всякі внутрішні, як і у всіх в спорті, бувають речі, які негативні, вони присутствують і у нас, ми зараз з ними боремося, причому дуже жорстко. Ми будемо йти вперед і... Дети понимают, что там, где спорт начинается большой, начинаются и разные приключения в жизни. То, что преследует и спорт. Поэтому с этим тоже будем бороться. Нагадаю, в первой части мы говорили про триатлонистов наших одесских. Виталий Сабуляк, старший тренер и керівник дитячої триатлонной лиги, а також Володимир Критіко, Анна Задойка та Олександра Заровна. Всі кандидати в мастер спорту. Я вам бажаю гарних тренувань і великих перемог. А ми на кілька хвилин перервемося, після чого продовжимо наш ефір з іншими велосипедистами. We'll be right back.
Спортивна Одещина у прямому ефірі. Ми продовжуємо говорити з нашими велосипедистами, але в цій частині будемо говорити про тих людей, які їздять 200-300 тисяч кілометрів, їх називають приветчиками або рандонірами. Я представляю Владислав Малишев, голова Одеського велосипедного клубу, рандонер, а також Анатолій Кобальщинський, також дуже-дуже поважна людина, яка дуже найбільше і найдовше займається цією справою. Розкажіть, Владислав, у вас за тиждень розпочинається змагання в Одесі, цей бревет 200 кілометрів, розкажіть, що це таке, можливо, тут не всі ще знають, що таке бревети, куди, звідки їхати? Ну, бревет з французького можна перевести як зачет, диплом, зданий диплом, зачет, а рандоньєр, як велика прогулка, тобто, мы не занимаемся соревнованием, будем говорить так, вернее, соревнование это с собой, с ветром, с расстоянием, но не между собой. То есть это большая прогулка на велосипеде. В этот раз мы будем ехать вокруг Днестровского лимана, через Монаше, Белгород-Днестровский, Затоку и возвращаемся в Одессу. Стартуем в Одессе и возвращаемся в Одессу. Мы уже сезон начали, у нас в феврале месяце был первый бревет, но это 200 километров зимний. Это был, в принципе, бревет для более-менее подготовленных спортсменов. А вот сейчас тот, который начинается, это уже бревет. На этот бревет уже придут более люди. И сейчас уже зарегистрировались люди, которые будут ехать и первый раз, будут и второй раз ехать, которым это нравится. Кто может ехать? Ну, любой человек, достигший 16 лет, может ехать, который... Ну, в своей жизни хотя бы 100 километров проехал. И проехал как минимум за 5 часов. Потому что на прохождение дистанции 200 километров дано 13 часов 30 минут. То есть нужно вложиться в это время. Вот это единственное, наверное, соревнование в наших, будем говорить так, поездках есть. Это соревнование со временем. То есть ты должен вложиться в определенное время, проехать. Ну, я стараюсь прокладывать маршруты по живописным местам нашей области, по второстепенным, желательно, дорогам, чтобы меньше было транспорта и каких-то непонятных вопросов. А прокладаете трассу сами вы, так? Чи є якісь там побажання, де можна, чи там в правилах, можливо, прописано, де, там, де не треба їздити? Нет, мы ездим по правилам дорожного движения, то есть мы можем ездить везде, где есть асфальт. То есть главное, чтобы была делянка 200 километров? Да. Угу. Да. Ну, маршруты разрабатываем, стараемся их менять, потому что по одному и тому же маршруту немножко надоедает ездить. И, как правило, многие ребята катаются, ездят, видят состояние дорог, состояние асфальта, выбирают, где интересно, где есть горочки, нету горочек, там, ну, разные моменты. И маршруты стараемся менять. Вот это уже у нас 200 километров, это будет четвертый маршрут уже. То есть выбираем, какой лучше, какой поскоростнее, который, наоборот, более интересный. Сколько у вас участников? Бо, как мы бачили, останніми вихідними 100 кілометрів виїхали проїхатись, прогулятись навколо Одеси кілька тисяч людей. А у вас скільки може бути? Так як у нас нету спонсорів, і ми все робимо за свої гроші на своєму ентузіазмі, тобто і питання, і їзда, і обслуговування велосипеда. Одесский клуб поставил рекорд в свое время. У нас было 113 участников на 200 километров стартовали. У нас как таковых КП, контрольных точек нету. То есть контрольные точки, вернее, они есть с отчетом времени. И мы стараемся это делать в кафе, чтобы было питание. Питание оплачено же, конечно, сами, все нашими членскими сборами. Но 200 километров, в принципе, 50-60 человек ездит постоянно. Але це ж найкоротша дистанція серед всіх бревет. Це найменша дистанція. Більшість, звісно, їздить під 100 і більше. Це їздить осінній марафон в сентябрі місяці, коли вже люди розкатані, вже фізично підготовлені. Ну, за літо будь-яка людина може проїхати 100 кілометрів, якщо влітку просто каталася.
Да. Те, що у вас є 200, а є і більше, там дистанції 300, да, є 300, 400, 600, 1200. Ви теж організовуєте такі масштабні заїзди? Да, да, да. І це теж в Одесі там стартує, і де фініш? Как правило, мы закольцовываем, в Одессе стартовали, в Одессе финиш. А, навколо там Лиману, да, навколо там Николаевская область, да, Одесская область, ну вот, допустим, 300 километров, это у нас называется марафон Одесса-Париж-Одесса. Так, то ще раз, Одеса-Париж. Париж-Одесса, да. Париж це де? Это веселый кут, настоящего названия раньше назывался Париж, это за Арцизом. То есть мы едем 140 километров параллельно морю до Татарбунара, а потом в Татарбунарах уже уходим немножко в сторону в Арциз, доезжаем до Парижа и возвращаемся назад в Одессу. Это 300 километров? 320. Это, мабуть, вы так взяли Париж, бо так батьківщина цих бреветів саме в Парижі, так? Да. А у нас є таке село Париж. Да. Було про нього, да? Ці кадри, що нам показують, це звідки, з якого бревету, хотів сказати, марафону? Это вот то, что мы сейчас видим, это 300 километров позапрошлый год. Если помните, когда в Одессе была буря страшная, когда повалили все деревья, когда тут попадало, побило машину, вот, а утром... Это было влитку, так? Да, пол шестого утра мы стартанули, и вот сейчас вот как раз едут по Боробою, за Боробоем уже практически... Не было урагана, не было повальних деревьев, и мы уже ехали совершенно нормально. Вот это мы как раз едем в Париж. Ви знаєте, я бачу, тут така дуже гарна дорога, де ви її знайшли таку? Чи це дуже таке рідке явище? Буває. От у нас є дорога от Сергіїв, за Сергіївкою там немножко. Вона длиться где-то около 10-15 кілометрів, ну ідеально. Я не знаю, є у нас дороги. И в основном дороги хорошие там, где не ездят много фур и много машин. Вот там есть неплохие дороги, можно ехать. Где нема транспорта, там гарні дороги. Да. Такая, ну, закономерность. Там, где ездят велосипедисты, там хорошие дороги. Розкажіть, ось хочу вже звернутися до Анатолія Михайловича. Рандонер – це людина, яка їздить бревети, так? От рандонер, не просто велосипедист. Да. Рандонер – це... Відпочивай, як ви сказали, прогулянка. 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 Вам, ви як найстарша людина, яка проїхала всі ці бревети, так, я розумію. Що це означає? Це скільки їх треба проїхати? Як можна більше? Скільки є, треба всі проїхати. Ну, у вас є звання суперрандонер, що це означає? Суперрандонер – це перший ступінь такий, який означає, що ти проїхав 200, 300, 400 і 600 кілометрів. За один сезон. Так, да, за один сезон. А сезон триває скільки? Ну, це за рік чи... Да, з ноября по ноябрь, да. Як правило, закінчується в серпні місяці десь. І розкажіть, до чого вам це потрібно, щось доводити, що ви зможете проїхати 200, 300, 600? Так я нічого не довожу, я просто їду. Яка, ну є ж престижні змагання, так, які відбуваються у Франції, розкажіть, ви в них брали участь? Так. Ви можете розказати, що це таке, що це відбувається, яка різниця між нашими? Ну, все вийшло так. Я дивився на Велокиєві. Слово «бревети» невідоме мені. Думаю, що воно таке? І там підписано під ним «їздять далеко і очень далеко». Думаю, що за фігня? Відкриваю, читаю, 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 читаю. І бачу якісь чудеса. Люди їдуть 400, 600. 1000, 1200. Це безупинно? Чи за обмежений час? За відведений час. Думаю, та це неможливо. Як можна їхати? І там ну, одна стаття, один пост такий величезний. Чоловік каже, люди добрі, ви на цю дурню не ведіться, бо я ось їхав, я став інвалідом, по-моєму, Челябинська чи з Нижнього Тагіла, десь звідтіля. І він описує, як він їхав 400 кілометрів.
Ну, фантастична на той момент, абсолютно фантастична історія. Він оце пише, а ти думаєш, ну такого таке ж не може бути. Ну як? Під дощем. І він дійсно проїхав цей бревет і покалічив собі коліна. І ото він жаліється на тих організаторів, що вони не його не повідомили, що таке може бути. Що... І ви вирішили повторити цей от. Ми потім, трюк. І потім, як вершина всього, там у тій статті, в тій темі на форумі «Париж-Брест-Париж», який проводиться з 1891 року, кожні 4 роки. І я вам нагадаю, що перші автомобільні гонки були в 1893 році. І їх довжина тої дистанції була 112 кілометрів. А велосипедисти були раніше і більше. На 2 роки раніше і було 1200 кілометрів. От. Ну, тож ви поїхали до Франції на ці змагання? Взагалі фантастика. Думав, ну то неможливо. Після того ми почали якось воно, як це називається у фізиці, градієнт концентрації. Оце блоху в ухо пустили людям, і вони почали цю тему. Анатолій Михайлович, розкажіть про Париж. Ви про там Париж брали... нема питань. Ага. Хоча б два слова, коли ви поїхали, коли ви зрозуміли, що хочете зайнятися цією справою? Скільки ви... по-перше, тоді потрібно повернутися до взагалі до початку велосипедного. Я на ньому не сидів з 1976 року. А у 2005-му мене нагнали з роботи, і я побачив, що я не можу ходити. Машина-офіс, машина-офіс, машина так 10 років, 120 кілограм вага і абсолютно демобілізоване тіло. Як ви потрапили на цю гонку? Я все ж хочу, щоб... На Париж? Так. Ну, як? 2015 рік, гонка Париж-Брест-Париж. Треба було проїхати у 2015 році 200, 300, 400, 600, дуже швидко. Ну, швидко... Ну, вкласти це в час. Ні, не в цьому смислі. Можна було пройти всі ті 4 марафони. Пройти ці дистанції за короткий термін, там, до кінця травня місяця. Тобто почати... Ну, початок до июля місяця пройти всі ті 4 дистанції, тому щоб тебе зареєстрували. Зареєструватися там. Що вас вразило, коли ви взяли участь у Парижі? Чи ви отримали те, що... Так, хотіли побачити? Так. Ви не розчарувалися? Ну, по-перше, я побачив, що там всі такі, як я. О, в якому? Старі, діди. Ага. Я там був юний в порівнянні з іншими. Найстарішому було 84 роки. Розумієте? Він проїхав 1190 кілометрів, він до фінішу чогось не доїхав, а чи в час не вклався, чи що зламалося. По-перше, це таке свято, 65 країн учасників. Розкажіть, там... ви брали участь у цих змаганнях найголовніших для тих, хто їздить бревети? Ні, я не прийняв участь банально, ну, тому що мы туда едем опять же за свои средства, вот, и надо было гостиницу, дорогу, участие, то есть это все платить. Ну, немножко по деньгам это не получилось. Хотя я был готов, я мог проехать, и на Украине у нас есть зарегистрированная 1000 километров, Сумской клуб проводит ее, ездит Анатолий Михайлович, вот я тоже проехал и понял для себя, что Париж-Брест-Париж он тоже может проехать. Вот, и он поехал. Из Одессы у нас ездило, по-моему, 8 человек.
том числе и девушка Александра Кириллова. Это первая девушка-суперрандоньер на Украине. Вот. И в этом году у нас две девушки проехали Париж-Брест-Париж. Вот. Они уже стали, как бы, вошли в историю первой рандоньерши Украины, которые преодолели эту дистанцию. Наостанок хочу, щоб ви сказали, там, повторили, де в Одесі наступні змагання, чи кому можна взяти участь, там, які для цього мають бути велосипеди, можливо, якісь особливі. Любой велосипед може бути всім, кому исполнилось 18 лет. Почему 18 лет? Потому что еще не готово сердце у многих до 18, им больше 100 лучше не ездить. Любой человек, который проехал 100 километров меньше, чем за 5 часов, он может принять участие при наличии шлема, фонарика и светоотражающего жилета. Зарегистрироваться и почитать это можно все на форуме bike.doa. Это основной форум одесских велосипедистов, самый старый форум. Там можно почитать всю информацию о бреветах, которые будут проводиться в этом году, о тех бреветах, которые будут проводиться в ближайшее время. Пожалуйста, приезжайте на любом велосипеде. У нас ездили люди даже без передач на велосипедах. Горный, шоссейный. Наступної суботи старт. Так? Да. Наступної суботи. Що ж, дякую вам. Я сподіваюся, що ми цю тему ще будемо продовжувати в наступних наших програмах. Владислав Малишев, голова Одеського велосипедного клубу «Рандонер», та Анатолій Кабальчинський, суперрандонер, людина, яка проїхала всі ці бревети за один сезон і потім взяла участь у Парижі. Я з вами прощаюся, у найкращого всіх вам перемог. Бувайте здорові!